Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я чуть не забыла показать вам, как выросла рассада, которую я распикировала в ранние сроки, капустная, и которая перенесла у нас нынче и град, и снег, минусовые температуры. Вот видно, что посадки сплошные, нет выпадания растений, значит, ни одно растение не замерзло, оно равномерно как я рассаживала, так и растет. И у нас было очень долго холодно. Вот одна женщина писала, что у нее рассада как погибла, замерзла, все листики, ну, то ли засохли, почернели от мороза. Вот у меня было точно так же. Те листики, с которыми я высадила, они тоже на морозе как бы обмерзли, наверное, скорее всего, засохли. Но из точки роста, потом, когда настало тепло, появились новые листочки, и она прекрасно вся выросла. Вот у меня здесь рассажено по сортам, и можно увидеть, что, вот видите, равномерная такая посадка. Вот это вот один сорт, но осталось тут уже немного. Дальше идет там, где я выемку делала, вот второй сорт. Ни в одном из сортов нет у меня пробелов. Она вот так идет сплошным полем. Это еще раз доказывает, вы видели сами, что был и снег, и град, и минус. Еще одно подтверждение того, что капуста не боится холода. Она даже если обмерзнут те листья, с которыми вы ее высадили, у нее потом, когда наступит тепло, отрастут новые листья. Видите, какой лист хороший такой. Все, вот эта капуста, которая все морозы пережила, которая превратилась в прекрасную равномерную рассаду. Все.